Всем привет, мальчики, девочки, те, кто два в одном. Господи, что я несу вообще? В общем, доброе утро. На часах 7:05. Сегодня воскресенье. Встала я рано, не знаю для чего. Я встала еще очень рано, потому что у меня сегодня английский, хотя он у меня через полтора часа. Какие у нас сегодня планы? У нас сегодня грандиозные планы, господи. Я думаю, вам понравится. Я надеюсь, что вам понравится. Ну, в общем-то, сейчас мы заправим кроватку. И пойдем кушать. Ну что, ПП, девочки? Хотя, какое ПП? Мне вчера мама из творога сделала конвертики. Зацените пальчик. Сейчас я развяжу, покажу. Я не знаю, кому это интересно, но просто покажу. Как его развязать-то, господи? Ну, в общем, этот палец я ушибла себе на волейболе. Он у меня весь посинел, опух. Кроме этого, я еще средний палец ушибла сильно. Вот. Я сейчас оставлю фотографию, как было вчера. Но он уже немножечко проходит на самом деле. Но он вообще был сначала прям вообще синим, прям вообще жестко болел. А сейчас чуть-чуть болит. Проходит, слава богу. Я ненавижу этот баскетбол. Я уже все, я разлюбила эту игру. Вот волейбол я еще подумаю. А баскетбол... Нет. Вкусно. 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 Ребят, откат. Ну, в общем, так как сегодня мороз, мы будем заниматься онлайн. Но хотя бы я из дома поеду на танцы, а не сразу с английского. Смотрите, какой у меня штативчик будет, когда я буду снимать, как я учусь. Hello. Well, so, do you have any news? No, instead. В общем, я уже закончила, уже немножечко опаздываю прям вообще. Вот я уже все вот собрала, все вещи. Тут немножечко бардак, но я опаздываю, что мне? Простительно. Уже вон как светло, как вы видите. И сейчас меня заберет Лиска. Мы поедем вместе на танцы. Я постараюсь вам чуть-чуть поснимать. Я просто спросил. Ей, минус 29. И как жить? Вот Лизочка сидит наша, красоточка. Я не знала, что она к руке прицеплена. Вот сейчас поедем, будем снимать маму, как мы танцуем. Уже закончилась тренировка. Сейчас с родителями поедем в ТЦ. Ну, в общем, пообедаем и пойдем в киношку. Вот, заказываем себе еду. Будем выбирать и обедать. Вау, класс! Ага. Мне нравится, мам. Пока у нас готовится еда, мы с мамой пришли шопиться в Бифри. Ай, ты меня током ударила прям по больному пальцу. Ай. Ой, смотри, штаны какие классные. Я вижу еще одну красивую толстовочку. Классные, мне нравится, мама. Она не такая мягкая. А, типа, ну она пожестче. Но мне вот это очень нравится прям. Давай возьмем. Класс. Давай померим. Я буду лягушкой. Господи, это лягушка. Лягушка. Мама, нет, нет, мама. Вот это классное. Нет, я вижу свою цель.
Как его не взять? Ну, я его не возьму, у меня дома есть уже. Не такой... Еда! Я не поняла. Я взяла кальцони с мясом, мама взяла кальцони с рыбой, и папа взял себе цезарь. Сейчас нам еще второе принесут. Вот. Не смешно. Маме принесли вот такой тирамису. Пироженка. Пироженка. Кастрюльку пирожен. Тазик. А мне медовичек. Я тебе помогу, наверное. Фильм очень понравился. Я даже немножечко поныла. В общем, сейчас я включу свет, то вам, наверное, будет не видно. Мне пришли вот такие вот смайлики с Алиэкспресса. Смайлики. Наклейки. Давайте начнем вот с таких в коробочках. Здесь получается у нас персик. Я не знаю, что там будет. Но я уже порвала коробку. Своими ногтями. Вот такие есть. Вот такого типа есть. Но все равно классные. Потом идет вот такой вот. Зайкой. Вот, например. Но здесь много этих смайликов. 45 стикеров написано. Еще есть вот такие голубые. Минималистичненько, скажем так. Еще мне пришел вот такой вот скотч. В сеточку, в клеточку. Вот такие смайлики. Эмоджи. Здесь, наверное... Всего несколько штук. На самом деле, когда я еще не знала об Алиэкспресс, я увидела первый раз такие смайлики у Саши Спилберг. И тоже такие захотела. Это было года 3-4 назад. Вот эти смайлики. Они, кстати, самые последние из тех, которые здесь мне пришли. Они типа здесь такие пастельные. Есть вот такой формы есть, вот такой есть формы в виде кружочков. Ну что, красотка? В общем, сейчас я буду писать уже все свои планы на завтра. Буду смотреть фильмец. И я очень надеюсь, что вам понравился этот влог. Я очень старалась. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, также, чтобы не пропускать новые видосики, нажимайте на колокольчик. Подписывайтесь на все мои соцсети, ссылочка на которые будет в описании. Ну вот и все, я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.